Привет, дорогой друг, добро пожаловать на мой канал. Я Лизун Кобзон, а мы продолжаем играть в Dying Light. Ой, я встретила пацана. Зачем отходить? Я не понимаю. Да что там сзади стоит-то, ёптель-моптель! Правильно, давай своих режь. Что такое-то? Что происходит? Да? Какой-то этот ножик вообще ни о чем. Правильно я понимаю? Так, это сломано, а вот это хорошее, оно сильное, я знаю. Иди в жопу! Так, ждем. Да. Ну, естественно, вот. Молодец. Он, по идее, должен не встать! Он же должен не встать! Да что-то! Почему они так толкаются-то? Объясните мне, почему вы так толкаетесь? Я могу тебя тут? Опа. Ну чё? Ну давай. Ну давай. Ты убил рядом стоящего? Почти. Ты должен убить рядом сто... Ай, так, а мне нужно наверх, что ли, лезть? А, и внизу. Неплохо. Тихо. Рис могла ударить, аж так. Ой, он умер, слава богу. Что ты, дурачок, что ты, дурачок? Господи! Как же они страшно появляются. Да блин, как же оно... Почему же ты ломаешься? Какая буква должна быть? Может, вы хватит сюда идти-то, а? Всё, не встаете, дайте я этого обыщу. Капец какой-то, просто. Ну реально они какие-то жесткие ребята. Так, мне нужно что-то тут включить. Сюда. Сюда. Я не знаю, эта вышка почему-то типа, ну, не помеченная. Но здесь можно что-то включить. Теперь, видимо, полезли наверх. Так. Это где-то внутри. Давай, полезли. Не, мне с другой стороны. Нет. Мне с этой стороны. Нет. Она самой... А, ну восстанавливается. Сейчас восстановится самой нормально. А, вон у меня подписано количество этих. Так, что делаем теперь? Ты сюда умеешь лазить? Не умеешь. Хорошо. А. Ну да. Так. Молодец, через две прыгаешь, это хорошо. Это правильно. Так, уже качать начало. Это нехорошо.
сюда. Хватись только. Так, сюда. Все, вроде бы я поднялась. Ну? А, отлично! Безопасная зона. А, это была просто безопасная зона. Ладно, давайте тогда быстренько сейчас на подстанцию сбегаем. Отсюда как? Вниз? Ну ты серьезно, друг? Что, ты лох, что ли? Как мне сделать так, чтобы ты схватил... Там был провод. Да ну давайте еще одну потратим, правильно я понимаю? Ну он даже сюда зайти не может. А за мной бежит этот дурачок. Ну давай, забирайся. Тут есть кто-нибудь? Никого? Марли, а что только одна? Можно закрыть дверь, спасибо. Ладно, Альфи, есть еще одна. Что тут было написано? Тут же можно было что-то потрогать. Ну вон тут, а, это с другой стороны. Центральный, ну это 300 метров. Не, подожди. 300 метров это уже... Нужно сюда. Нет, не сюда. Давай тогда через вот эту или нет? Ладно, найдите дом Салима. А вот почему сюда нельзя, потому что здесь он под напряжением. Ну и что? Нужно обратно наверх бежать. Бежим! Так, а мне нужно, наверное, поверх. Лучше будет поверх. Можно вниз? Эть! Попали, хорошо. Он только он так бьется, как будто он умер. Да отстань ты там, бежишь за мной, а? Не догонишь же. Чё стараться? Блин, почему нет быстрых перемещений? Я просто для того, чтобы качаться, ну так извините. О боже, я туда не пойду. Там люди. Это слишком. Нужно просто найти мастерскую. Ну вон же написано. Салим! Салим, нужно поговорить!
Проваливай, я вооружен. Так что шел бы ты подальше. Я должен... ты должен пустить... Что за Аида? Ты про ту глупую бабу? Она мертва, она была заражена, пришлось убить ее. Ее дочь говорит, у тебя есть антизин. Ничего не знаю, я тут ни при чем. Без нее я не уйду. Да? Хочешь устроить дискотеку? Тогда я приглашаю еще гостей. Не надо. Не надо. Что мне делать? Уничтожьте мутантов. Я уже устала тут стоять. Ой. Да я все не починила ее. Ну залезай. Да ты все еще не отдохнул. Надо починить, как-то успеть. Да. Ты не можешь в полете чинить? Да. Все, два померли. Ну давай! Новенькая поспела. А долго он это будет делать? Ну там два, по идее, осталось. Опа. А, я думала, это типа вход. Куда ты? Не попал по голове. А, нет, попал. Ну все. Сейчас, у меня есть неиспользованные очки навыки. Серьезно, у меня есть бита. Этот мощный наносит огромный урон, но требует больше выноса, чтобы использовать движение... О, господи. Научитесь использовать оружие более эффективно. Оружие ближнего боя доль... Вот, вот это надо. Да. Ну все. Когда я закончу с тобой, то найду детей и скормлю их прыгунам. Да охренеть! Да я об этом и говорю. А как? Я же могу тоже так ногой пинать. Ой, я голову ему все того самого. Инвентарь заполнен чем? А, ты хочешь сказать, что мне нужно, что у него есть вот этот вот? Как их называют? Вышибало. Увеличивает урон. Увеличивает срок службы. Вот, этот надо точно поставить. F6. Да, нужно нажать. F6. Не нажимаю. Не, на оружие нажать, правильно? Выйти. Что? Ш...
подтвердить, да. Все, обыскать мастерскую. Нахрена ты... Ну, сейчас, секунду. Тут у него добра может быть много. Тут нету места. Но вы видите, здесь абсолютно нет места. Все, сейчас останемся без этих. Тут нет, тут супер сложно, трудно. И тут трудно. Давай этот. А там нет просто места. Нету места для этого, вот этого вот. Гладиатор. О, я же его не обчистила. А чем? Что вот это такое? Что вот это как выглядит? Как что? Его вот этот... Хорошо. Да. Нет. Что это? Что вот этот инвентарь полон? Чему? Чего полон? Бросить. Куда бросить? Выбрать. Что ты выбрать хочешь? Я вообще не понимаю, что это такое. Чем он заполнен, самое главное. Так, хорошо. Что у тебя тут еще есть? Только вот это, блин. Ну как взломать-то? У меня так мало этих... Как будто вот тут он поворачивается, я правильно понимаю? Ну он так везде поворачивается. О. Да! Где там нету? А тут... Спасибо. Что, будем туда прыгать? Ну ладно. Ну? И чё? Чё дверь-то не открывается, я понять не могу. Боже, что он с тобой сделал? Тише, тише, ты свободна. Ясмина, моя дочь, она пошла. Все в порядке, нам в деревне. Твой сын еще прячется в доме, где ты его оставила. А что же мне делать? Мы не можем остаться в деревне. Гарун нас снова выгонит. Ты вместе с мной отправишься в башню. Там ты найдешь врача по имени Лена. Скажи, что Крейн пришел позаботиться о тебе, и что он достанет достаточно антидин для тебя и для дочери. Крейн, это ты? Да, я Крейн. Теперь иди к Джамилу. Он ждет тебя. Ясмина у твоей сестры. Спасибо, что ты был добр ко мне. Я думала, в мире не осталось доброты. Да, конечно. Все нормально. Ты выйдешь отсюда? О, выживаемость. Давай. Еще одна выживаемость. Так. Начать использовать электрические ограды. Начать лучше ремонтировать. Не всегда расходуют ячейку ремонта. Давай.
Экстракт усилить. Но усилить мне пока не надо. Это мне пока не надо. О, создавать щит и использовать его в бою. Вот это надо. Там далеко идти, 500 метров. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть, может, поблизости. Блин, давайте сюда. Там есть задание у людей. О. Бичевка. О, тут много пацаньего этого. Блин, ну реально, что это такое? Инвентарь за... Ты бы хоть говори, чем? Тут также непонятно. Абсолютно непонятно. Только не падай в самый низ-то. А где тут? А. Эть! Да реально, он так падает, как будто он сейчас, ну, как бы он себе ноги сломал и вообще. Да блин. Так, во-первых. Хорошо, где черт? Ну присядь как-нибудь. Да. Так, продать. Мешочек. Кофе, сигареты. У меня столько всякого говна. А есть у тебя купить пластик, деталь? Ага. Ничего у тебя нету, нету. 100, 100. Ну, она, наверное, будет так долго бить. Так, хорошо, давайте я посмотрю, что я могу, что можно сделать. Чертежи. Электропила. А сколько? Нет. О, ключ. Блин, две металлические детали. А тут на... не, не, почему не написано, сколько он будет? Так, вот, давайте хотя бы одну отмычечку сделаем. Окей. Взрыв пакет, аптечка, кстати. Чтобы мне потом не говорили, что у меня нету чего-нибудь. Усилитель скорости, усилитель ночного видения, кстати. Давай сделаем. Что? Место в инвентаре? Так а под что? Под вот это мне нужно? Трава? Коктейль Молотова. Сюрикены, стрелы, лук, кстати. Огневая мощь 400. Три металлических детали. Точность 0. А из этого что делать? Охренеть! Стрелы из металлических деталей! Да. А я могу вон тю... Вот это нет. Мне нужно ружье. Чтобы сделать ружье, мне нужно ружье. Я правильно понимаю? Это как-то очень странно, на самом деле. Это прямо очень странно. Ладно, пофигу. Где там задание ваше? Что тебе нужно, друг?
Я Нил Феллон из журнала «Международные дела». Я вас слышал, правда? Как вы тут оказались? Первые дни карантина это было несложно. Потом, когда главным назначили Сулеймана, сразу стало понятно, к чему что идет, и вы решили остаться. Честно сказать, я решил выбраться отсюда, хотя я не представляю, как именно. Мне уже приходилось бывать в закрытых городах, но там всегда найдешь того, кого подкупить. Здесь таких нет. Я не смогу вывести вас из Харана. Думаю, никто не сможет. Конечно, нет, но я документировал события в городе с самого первого дня. Взял интервью сотен, ну, в общем, людей, которые больше не люди. Сулейману придется ответить за многое. Мир должен узнать, что здесь происходит. И, слушай, я просто в отчаянии. Я потерял свои записи, все до единой. Я заночевал в интернет-кафе, но туда ворвались толпа зомби. Сам-то я спасся, но меня никто не укусил. Но сумка осталась в кафе. В сумке все записи? Большая часть. За мной погнались, пришлось спрятать камеру в машине. Слушай, я знаю, что прошу многого. И даже если я найду записи, вам все равно придется отсюда не выбраться. Если я не верну записи, у меня не будет причин выбираться отсюда. То кафе расположено в плохом районе. Я постараюсь, но ничего не обещаю. 2000 мне дают. 500 метров. Это на самом деле очень-очень-очень далеко. Так и туда я не знаю ходить. Туда вот сюда надо, потому что тут вообще даже два задания есть. И рядом. Вот, ну блин, сюда так долго бежать. Ну почему нельзя просто? Почему нельзя? Это вообще что-то башня? Да, вообще она похожа на башню. Похожа на башню. Может, за грузом сбегануть? Хотя зачем? Так, ладно, давайте так. Так, это понятно. Это найти сумку. Это там. Вот это куда нужно идти? Сюда. Хорошо, давай. Забор сломал. Я просто мимо прохожу. Давай, забирайся. Блин, меня реально бесят эти чуваки, которые за мной бегут. Они меня напрягают. Очень сильно напрягают. Блин, только не говори, что здесь не пройти. Беги, я тебя прошу. Ну да, тут ни хрена не пройти. Мне еще и надавали по морде. Точнее, там наверняка можно пройти, но... Это слишком. Я обойду. Че, не побежишь за мной, мудила? Ну и вали тогда. Если не можешь, не разувай рот на то, что тебе не принадлежит, и то, что ты не сможешь сделать. Трава. Трава — это хорошо. Трава — это мне надо. Интересно, почему тут никто не живет? Схватись, спасибо. Мне никак бы не упасть. 43, где все мое здоровье? Иди в жопу, чел. Ты бежишь, ну сколько можно? Я вообще приближаюсь к этой точке или нет? Мне интересно. Так, как попасть? Опа. Ugh!
Да. Я не понимаю. Он не может ее добить, потому что у него оружие сломано, или потому что он дебил? Или потому что у него сил ни хрена не осталось? Давай побьемся. Я реально не могу быть. Он не может ее добить. Все, добил. Ну в чем проблема-то? Спасибо. Вот это все, что мне. Все, что мне надо было. Жесть там народа. И как мне по-вашему туда дойти? Вижу. Эльфи, я на главной станции. Найди главную панель, она в одном из зданий. Меня зажало. Ну все, я тут подохну. Тихо, я вышла, я вышла! Я вышла! Их здесь немыслимое количество. Как мне это сделать? Мне интересно, вот как? Их тут просто... А, я знаю. Подожди, а как выбрать-то? Три? Или это не то? Все, я выхожу, ребят, я выхожу, не надо. Тут нету. Так, вон туда надо попасть. Побежали. Да ну ты дура! А сюда не попасть-то никак. Да! Ты издеваешься? Боже мой, это тут лабиринт какой-то. Ой, можно как-то по верху пройти. Ой, а здесь нет никого. Шикарно. В дневное время? Ой. Да закрой! И спать нельзя, я правильно понимаю? Как посмотреть, сколько времени? Ну, видимо, надо там какой-то, какая-то жопа будет. Ну, вот недоступно в дневное время, что я не могу включить... Там, видимо, какая-то просто такая срань будет, что просто невозможно. Как посмотреть время? Алиса, как в Dying Light посмотреть, сколько времени? В игре Dying Light нельзя самостоятельно посмотреть на часы. Время показывается автоматически, когда наступает ночь. Если вы хотите узнать время, можете зайти в инвентарь. Часы будут указаны справа. Справа. О, спасибо большое. Боже мой, 18 часов. 18:03. А как быстро оно идет? Очень долго. Почему нельзя спать-то? Ну тут явно какая-то жопа будет. Потому что вон тут лежит. И вообще местность такая.
И что делать? Но у меня есть только один вариант. Уходить отсюда нахрен. А, она здесь. Давайте пойдем на сумку. Так. Жуткое место. Я даже страшно представить, что меня там ждет. Просто страшно представить. Фэлтон, это я уже рядом с кафе. Есть что-то такое, что мне стоит знать? Не бери там латте, у них всегда молоко подгорает. Надеюсь, меня не будут жрать в этот момент. Будут, конечно же, ну конечно же. Да охренеть вас тут. А, и чинить его нельзя. Супер. Вот это можно. Нет, но нож я не буду использовать. Ну валите! А, серьезно, она долго, недолго действующая, прикольно. Ой, я не то бросила. Ладно. Да уходи обратно туда. Откуда вылез? О, господи. Да когда ты уже отдохнешь-то? Невозможно с тобой. Да еще один! Что он меня потерял? Там кто-то, я слышу, что там кто-то есть. Да мне опять там кто-то бежит. Да зашел. Еще и оружие сломалось. У меня есть только нож. А он еще и устал. Все, выходи, давай! Seen a volatile yet? That's what Zara calls them. I call them night runners. Buddy of mine saw a fucking night runner jump from the 13th floor and landed without a scratch. Crane, how close are you? Crane, где ты сейчас?
Точно не знаю, на полпути. Тебе надо кое-куда забежать. Зачем? Наши ребята потерялись где-то возле рынка. Но это же не мое дело, а я тебе поручаю, найди их или даже не трудись возвращаться. Там еще и вечер начинается именно сейчас, да? Ты дурак, до утра спи! A distance from Rise's men. They just as soon shoot you as look at you. Keep a lookout for the colored smoke. It means air drop. Куда? Да ты достал меня! Что тебе? Гаденыш ты! Ну, я сейчас опять сдохну. Ой, их тут вообще трое. Я не понимаю, ну что это? Как их отключить нахер? Тридцать один. Я не понимаю, почему их здесь так много? Что я сделала не так, что их здесь так много? Я реально даже не представляю, что я сделала такого, что их за мной так куча гонится. Из-за того, что я сдохла, блядь, ну спасибо! Наоборот, надо меня отставить, потому что я сдохла, и они забыли, меня сожрали, и все. Значит, пусть сам ищет свою сумку. Я тут ни при чем, блядь. Меня сожрали чуть второй раз из-за этой его сумки подонской. Такая вот противная, невероятно ничем собой не несущая серия получилась. Так что подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, нажимай на колокольчик, там все уведомления. Спасибо, что остаешься. Ты надо сюда пришел, говно ты позорное! Спасибо, что остаешься на канале, смотришь мои видосы, а мы встретимся в следующей серии. Пока.